коротко о самом интересном и обсуждаемом в блогах Санкт-Петербурга. Самой обсуждаемой новостью в интернете стали слова Георгия Полтавченко на реакцию петербуржцев, задержанных кортежем премьер-министра Дмитрия Медведева. Напомню, водители, оказавшиеся в пробке, сигналили, а пешеходы показывали недвусмысленные жесты. На что губернатор заявил: «Такого откровенного жлобства я не видел». В блогах же подавляющее большинство пользователей называют жлобством поведение власти, которая потеряла всякое уважение со стороны простых граждан и услышала мнение о себе. Пусть нелицеприятное, но мнение. На защиту губернатора встали Олег Басилашвили и Михаил Боярский, а режиссер Алексей Герман-младший заявил: «Это примерно та же степень адекватности, как обвинять пакеты молока в пропаганде гомосексуализма или обсуждать странные законы про ночные звуки». То есть демонстрируется оторванность власти от жителей Петербурга, заявил режиссер. В общем, мнений по этому вопросу достаточно много, и да поможет вам Google. Добавлю только, что теперь Дмитрий Медведев будет передвигаться по Москве на вертолете, чтобы разгрузить столичные автомагистрали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства. Вот интересно, есть связь с событиями в Петербурге или нет? Пишите в блоги, читайте блоги, делитесь новостями и мнениями. Ваш советский подросток в сети и Шляпников Денис в реале.